возможно, врезался просто. Конечно, самое главное – это получить удовольствие, немножко расслабиться, немножко сменить обстановку. Ребята мчались, соревновались плечо к плечу друг к другу. Это то, что нам помогает проходить эти сложные сборы. Поэтому я думаю, что это сегодняшнее событие, оно сблизило команду. Брат, я до газа не дотягиваюсь. Посмотри. Полую, бро. Могу сказать, что сегодня было очень сложно. Ребята оказали очень такую сложную, достойную конкуренцию. Было сложно, и это хорошо сблизило команду. То есть мы хорошо провели время, развлеклись немножко. И я очень рад, что я выиграл. То есть я показал, что наши тренера на уровне, и их надо уважать.